Приветствую! В прямом эфире «Большой космос» — это программа о самых интересных людях и событиях отечественной и мировой космонавтики. Начинаем с Байконура. Рабочая хроника космодрома в изложении наших коллег из космического центра «Южный» прямо сейчас. На космодроме Байконур продолжаются работы по нескольким пусковым кампаниям. Грузовой корабль «Прогресс МС-19» уже полностью загружен. В конце недели начнется сборка космической головной части. Запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-19» намечен на 15 февраля. На 112-й площадке уже выгрузили блоки ракеты под следующий грузовой корабль «Прогресс МС-20». Они будут пока находиться в режиме хранения. На 254-й площадке начались работы с пилотируемым кораблем «Союз МС-21». Сегодня он перевезен в безэховую камеру, где проверяют работу радиотехнической аппаратуры «Курс НА», которая обеспечивает сближение и стыковку корабля со станцией. Продолжаем с производством гидрометеорологических космических аппаратов «Электро-Л номер 4» и «Арктика-М номер 2». Ознакомился в ходе рабочей поездки в НПО «Лавочкина» генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Глава госкорпорации проверил готовность российской межпланетной станции «Луна-25» к предстоящему в этом году запуску и заслушал доклад о подготовке космического аппарата миссии «ЭкзоМарс-2022» к транспортировке на Байконур для планируемого осенью этого года старта. Генеральный директор Роскосмоса также почтил память скончавшегося на днях выдающегося конструктора ракетно-космической техники Владимира Алексеевича Серебренникова. Ну а теперь новости Восточного. К концу этого года планируется ввести в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу этого космодрома. Ну а к нам в студию пришла Юлия Дерябина, которая благополучно вернулась из первой в своей профессиональной жизни командировки на космодром Восточный. Юль, привет, очень рад вас видеть. Здравствуйте. Главные впечатления от Восточного. Ну, впечатление от Восточного, от командировки самое наилучшее. Увидеть космодром собственными глазами – это, конечно, большая удача, я считаю. Большая профессиональная и человеческая удача. Разумеется, да. Уникальный технический комплекс, видели же? Конечно. Вакуумную камеру. В том числе. Потрясающее сооружение, да? Ведь она тоже растет вот буквально не по дням, а по часам, так принято говорить. Да, она как раз сейчас происходит монтаж, поэтому уже в ближайшее время уже мы увидим результат труда. Конечно. И вот что говорит о работах по вакуумной камере наш уважаемый эксперт непосредственно с космодрома Восточный. Смотрим. В настоящий момент происходит зачистка внутренней поверхности вакуумной камеры для обеспечения в будущем требуемого частотного режима при работе с космическими аппаратами. Данная вакуумная установка предназначена для проведения испытаний перспективных космических аппаратов, в том числе и пилотируемых транспортных кораблей, которые в будущем будут запускаться на ракете-носитель «Ангара». Еще один уникальный объект на Восточном – это строящийся стартовый стол для ракеты «Ангара». Я его тоже несколько раз видел, мне тоже посчастливилось. Как он сейчас выглядит, Юля? Николай Сергеевич, ну, сейчас он уже как раз завершен его монтаж, и когда ты находишься там, ты понимаешь, что вот, в общем-то, отсюда начинается история. Это как, знаете, кто-то из великих сказал, что у жизни и Вселенной есть общая истина. Знать, откуда берет начало твой путь, не менее важно, чем знать, куда он приведет. Поэтому, когда ты находишься непосредственно там, ты понимаешь, что вот отсюда, в общем-то, в будущем, уже в ближайшем будущем будет стартовать ракета-носитель семейства «Ангара». И это, ну, для меня, как для журналиста, работающего в ракетно-космической отрасли, это очень здорово. Это, я считаю, что мне повезло, что я могла побывать на Восточном. Позвольте с вами согласиться. Сергей Костарев, заместитель генерального директора АО «ЦНКИ» по созданию космодрома «Восточный», с экспертным комментарием прямо сейчас. 22-й год – это значимый год строительства стартового комплекса. Мы планируем и ожидаем, что строительно-монтажные работы по всем сооружениям стартового комплекса будут завершены, и мы войдем в полноценный монтаж с нашими монтажными организациями. 23-й год – это проведение всего комплекса испытаний нашего оборудования. Космодром строится, космодром живет. Вы знаете, что построены и эксплуатируются
стартовый комплекс «Союза-2». В прошлом году было проведено силами нашей кооперации, силами нашей организации 5 успешных запусков. Сейчас работы проводятся на техническом комплексе «Союза-2» по монтажу технологического оборудования, по сборке камеры вакуумной установки. То есть работы очень много, и работа она будет напряженной в этом году. Из Амурской области, где строится Восточный, следуем в Самару, один из ключевых центров ракетно-космической отрасли. Именно в этом городе создаются легендарные, но всегда современные «Союзы». В студии Сергей Тюрин, мой коллега, специальный корреспондент «Роскосмос Медиа», лично наблюдал, как в РКЦ «Прогресс» это работают правда над новой ракетой «Союз-5». Рассказывай, Сергей. Действительно, вот, Николай, можете ли вы представить себе сварочный цех без искр от сварочного аппарата? Вот это то, что сейчас происходит на «Прогрессе». Как это возможно? Это действительно так, потому что внедряется новая технология — сварка трением с перемешиванием. Никаких искр, работа ведется на молекулярном уровне металла. Соответственно, ну, уже не будем раскрывать всех подробностей, и ну, давайте смотреть сюжет, там все. Ну, это супертехнология. Я, кстати, слышал об этой технологии, но никогда не видел. Вам повезло больше. Специальный репортаж Сергея Тюрина. РКЦ «Прогресс», Самара, работы по ракете «Союз-5». Вот идет зона нагрева, вот это привалочная поверхность, которая разогревает металл. Это сам тело рабочего инструмента, который перемешивает его. Инструмент из цельного конструкционного материала. Незамысловатый на первый взгляд, но сложный в изготовлении, с жесткими допусками. Пин. Замена фрезы, когда речь идет о фрикционной сварке, трением с перемешиванием. Происходит перемешивание взаимных слоев. Плавление металла не происходит. Стык получается за это более прочный, меньше дефектов, естественно, повышается надежность изделия. В процессе образования вот этого соединения металл доводится до тестообразного состояния. Мы ввели полностью одну из трех установок для сварки трением с перемешиванием. И в ближайшие буквально там недели, даже не месяцы, а недели, начнем изготовление уже первого летного образца. Ну, естественно, это самые первые шаги, это какие-то части баковые, но это будет первый летный образец. Впрочем, первые огневые испытания пройдут баки ракеты, сваренные еще по старой технологии, без перемешивания. Запуск установок с трением идет медленно, потому что многое отрабатывается впервые, ведь оборудование такого класса в России еще не было никогда. То, что мы начали сейчас для наземной экспериментальной отработки с сваркой трением с перемешиванием, там будет один комплект отработочный и один комплект летный. То есть почему так получилось? Ну, мы понимали изначально, что для обеспечения сроков изготовления ракеты нам нужно, ну, прежде всего, огневые испытания провести. И сварка трением с перемешиванием, она и сплав новый 1580, он не будет к тому времени готов. Поэтому у нас фактически сейчас с вами есть те баки, которые будут запущены в огневые испытания. Они из аргона, но для испытания пневмогидросистемы это значение не имеет, из какого сплава у вас сделаны баки. Чтобы из нескольких вот таких цилиндрических сегментов получить полноценный бак топливной системы ракеты, необходима слаженная работа целого коллектива. Каждый из 4-метровых диаметров сваривают перед тем, как бак поступит на участок проверки на прочность. А дополнительную жесткость конструкции обеспечивает вот такая ячеистая структура, которая покрывает всю внутреннюю поверхность. Испытание у нас пневмо, воздух, да, и гидро. Вода. Здесь у нас гидростенды, на которых непосредственно происходит у нас испытание. Бак устанавливается вертикально. На него наполняется вода, подается давление, обмыливание, и контролер идет осматривать швы. Каждый сантиметр лупы нужен контролер посмотреть, чтобы не было никаких течек. После испытаний на Самарском «Прогрессе» блоки «Союза-5» отправляют в центральный НИИ машиностроения. Но и это еще не все. Новую ракету, первую огневую машину, уже ожидают специалисты в научно-исследовательском центре ракетно-космической промышленности для горячих и холодных тестов. Для того, чтобы мы смогли полететь на изнового сплава сваренного сваркой трением с перемешиванием, нам все равно нужно провести еще второй этап прочностных испытаний. То есть мы делаем вот сейчас именно из 1580 сваркой трением, начали один комплект под зачетные статические испытания, и плюс сразу же у нас параллель пойдет первый летный.
Вот логика у нас такая. По программе сварка первого летного изделия должна завершиться в 2023 году. Но уже этим летом, уверены специалисты «Прогресса», мы увидим готовые элементы ракеты, которая может стартовать как с Байконура, так и с морского старта. От Подмосковья до Антарктиды. География земных занятий космонавтов, уже побывавших на орбите, и кандидатов на полеты к звездам, прямо скажем, впечатляет. В студии Влад Миронов, который готов представить свой эмоциональный информационный обзор. Влад, приветствую. Почему именно такая тема? Скажи, пожалуйста. Здравствуйте, Николай. Слушайте, ну на самом деле, мне кажется, потому что я не люблю зиму. А оказалось, что для космонавтов Роскосмоса вообще не существует времен года. Они очень интересно проводят время. И вот я решил рассказать, как бы приоткрыть завесу тайны, так сказать. Хотя бы намекни, что делал прекрасный Сергей Куть-Сверчков, который, кстати, тоже бывал в этой студии. Даже на этом стуле, наверное, сидел. Приблизительно, да, в Антарктиде. Он отправился в метеоритную экспедицию, организованную Уральским федеральным университетом. Они искали метеориты в Антарктиде, потому что из-за льдов, вечного льда, собственно, эти осколки сохраняются миллионы лет, и можно понять благодаря им, как метеориты, ну, как они образовывались, из чего состоят, и, собственно, обезопасить Землю от возможной метеоритной угрозы из космоса. Спасибо. Ну, все секреты раскрывать не будем. Зима и космонавты. Смотрим. Откровение первое. Если честно, я вот вообще никогда не любил зиму. Не понимаю, как можно получать удовольствие от холода, снега, пуховиков и гололедицы. Даже романтика новогодних праздников, подарков и катания на коньках лично мне никогда не заменит все прелести лета. Откровение второе. После того, как я узнал, как продуктивно наши космонавты проводят, объективно не самое приятное время года, захотелось отправиться в отпуск в Антарктиду или испытать свои силы, выживая в дремучей тайге. Но обо всем по порядку. Вот такая вот пурга здесь. Погода резко испортилась, как видно. Буран, видимость не больше, наверное, 30 метров. Настоящее антарктическое лето. Ладно, по поводу отпуска в Антарктиде я, возможно, погорячился, но вот поехать туда в составе научной экспедиции – точно новая мечта. Вдохновил на такой опыт космонавт Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков, который еще совсем недавно видел шестой материк с борта МКС, а теперь отправился туда на поиск метеоритов. Сама экспедиция, она очень сильно подходит под те реалии, которые, с которыми мы встречаемся в экспедиции на космической станции. Это, опять же, изоляция, это, опять же, маленький коллектив, это постоянная работа. Конечно, это и стресс-фактор, потому что мы работали не на антарктической станции, мы работали вдали от людей, автономно. То есть мы не могли просто по желанию сказать, что нам все хватит, мы улетаем. И условия, конечно, климатические, они не самые легкие. У вас, возможно, появился вопрос, почему именно метеориты и при чем тут Антарктида? Ведь найти фрагменты камней из космоса можно не только на ледовом континенте. Вы правы, их обнаруживают в пустынях, по идее, их можно привезти с других планет. Но если полеты в космос стоят дорого, а жаркий климат быстро разрушает метеоритное вещество, то в Антарктиде для поиска условия идеальные. Постоянный холод и особый, так называемый голубой лед, защищают камни от разрушения миллионы лет. К одному из таких скоплений группа и отправилась с российской антарктической станции Новолазаревская на 180 километров южнее, к горному массиву Вальтат в долине с названием «Земля королевы Мод». И через несколько дней первая находка. Вот в моих руках находка метеорита в этой экспедиции. Чем важна эта находка? Как выяснилось позже, уже в лаборатории, этот метеорит необычный. Необычный он по своему составу. Здесь мы обнаружили уже совокупность минералов, которые пока в подобных образцах не обнаружены. Еще часть находок доставят из Антарктиды пароходом летом 2022 года. В России с собой взяли только то, что влезло в походные рюкзаки. И исследования продолжатся.
Знание о составе и формировании этого вещества даст понимание о том, что происходило на ранней стадии образования Солнечной системы, и поможет обезопасить землян от возможной астероидной угрозы в будущем. Поэтому исследователи планируют уже следующую миссию. И, кстати, приглашать в такие поездки космонавтов хотят сделать традицией. И на это есть особая причина. Как космонавт, это очень интересный полигон для отработки действий на других планетах, потому что Антарктида — это континент, который очень сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Какие-то тренировки, высадки. Для меня было невероятно интересно поучаствовать в этой экспедиции, и действительно, это уникальный опыт. Ладно, если вас, как и меня, с Антарктиды разделяют примерно 16 тысяч километров, а желание испытать зимний адреналин только увеличивается, своим опытом поделятся кандидаты в космонавты Роскосмоса, которые в эти дни проходят традиционные февральские тренировки при посадке в лесу зимой. Условный экипаж провел под открытым небом почти двое суток. Они должны были разбить лагерь, избежать любых возможных опасностей и постоянно поддерживать связь со спасателями. У нас такие условия погодные выпали, что около нулевые температуры, очень сыро и очень много снега. То есть приходилось очень долго искать дрова для костра, потом их долго приходилось сушить, чтобы они начали гореть. Надеемся, что мы справились и выполнили то, что от нас ожидали. Вот, так что надеемся на хорошую оценку. В реальности ждать спасателей в лесу пришлось только экипажу корабля «Восход-2», на котором совершали полет космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов. Тогда отказала автоматика, и приземление произошло в нерасчетной точке посреди заснеженного леса в 180 километрах от Перми. Спасатели смогли эвакуировать экипаж только на третьи сутки, и с тех пор всех отечественных космонавтов обучают действиям в аналогичной ситуации. У нас уникальный отдел, он готовит космонавтам к таким ситуациям, вероятность возникновения которых пытается снизить вся пилотируемая космонавтика. Поэтому вероятность достаточно мала, но тем не менее космонавт — это, опять же, такая экстремальная профессия, и он должен быть готов к любому развитию событий, в том числе вот и посадки в таких условиях. Ладно, я, пожалуй, пущу энтузиазм, который появился у меня после работы над этим сюжетом, все-таки для похода на каток. Ну а наши космонавты сохраняют лицо и в открытом космосе, и в зимнем лесу, и в полях Антарктиды. Еще один космический город России — Екатеринбург, столица Урала, работает НПО «Автоматики» имени академика Семихатова. Об итогах года ушедшего и планах на текущий генеральный директор этого предприятия Роскосмоса Андрей Мисюра рассказал Юлия Дерябиной. Это «Большой космос». И сегодня с нами на связи генеральный директор предприятия НПО «Автоматики» Мисюра Андрей Васильевич. Андрей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Васильевич, вот какие события отрасли, именно ключевые и значимые, вы могли бы отметить в этом году, в которых принимало участие ваше предприятие? Ну, наверное, одно из наших ключевых событий – это отправка гражданских актеров на орбиту. НПО-автоматика делала систему управления ракеты, на котором они летели в космос. Вот. Также у нас из событий, безусловно, это мы окончили стадию разработки конструкторской документации по новому ракетоносителю «Союз-5». Сейчас изготавливаем макеты и для того, чтобы уже в следующем году проводить изготовление, испытания макетов и после этого изготовление опытных образцов. Вот. Также у нас есть в области смежных отраслей с Роскосмосом достижения. Мы сделали беспилотную систему управления сельхозтехникой на основании тоже того научно-технического задела, который есть у нас по основной тематике. И в этом году мы уже трем заказчикам опытные системы отгрузили для того, чтобы они могли проводить свои испытания. В следующем году мы планируем уже серийно изготавливать в больших объемах эти системы. Андрей Васильевич, а какие еще разработки вы представили в этом году? В этом году, ну, у нас в области космоса есть две системы. Это тема крыло СВ, головной ЦНИИМАШ. Вот, в рамках ФПИ мы ведем работу по созданию научно-технического задела. Это НИРовская работа с изготовлением макетов.
это возвращаемая ступень по аэродинамической схеме. Такого сегодня решения в мире нет. То, что есть у американских коллег, схема, ну, по нашим оценкам, она затратна с точки зрения расхода топлива. Вот у нас нет таких проблем. Мы за счет аэродинамики будем возвращать ступень. То есть у нас уже завершающая стадия работы, и в 2023 году мы планируем проводить железнодорожные испытания. А также мы приступили к такой теме, где у нас головной РКЦ «Прогресс». Это «Амур-СПГ». Ну, в рамках него, как вы знаете, и ваши зрители знают, что мы разрабатываем новую ракету, которая летает на сжиженном природном газе. То есть это более энергоэффективная ракета с точки зрения вывода полезной нагрузки и также, ну, более экологическая, экологически чистая. А какие планы и проекты вы считаете наиболее перспективными в наступающем 2022 году? Ну, безусловно, у нас сейчас проходят корпоративные мероприятия. Есть такая организация, тоже относится к госкорпорации «Роскосмос», как акционерное общество командных приборов, город Санкт-Петербург. Сегодня происходит операция по переводу этого предприятия как дочернее предприятие по автоматике. И мы планируем там большую работу провести в части включения их в наши стандарты разработки для того, чтобы у нас обеспечить там единые подходы в области системы качества, отработка конструкторской документации, значит, снижение накладных расходов, не связанных с созданием космической техники. Вот. Наша задача на следующий год провести все эти мероприятия для того, чтобы НПО-автоматика стала вот из предприятий, которые делают систему управления ракет, беря как покупные изделия на стороне, то есть мы это будем делать еще в рамках единого такого холдинга, единого подхода, и сможем обеспечить высокое качество перспективных уже ракет как по космической тематике, так и по другим тематикам, в том числе по нашей основной тематике. Да, безусловно, в области ОГРОВ у нас перспектива закончить работы по теме СВС-5, закончить эскизный проект по теме «Крыло СВ», а также в области гражданских систем сделать очень много работ в области испытаний для «Газпрома». Мы делаем датчики. Перспективно сейчас у нас заканчивается работа, которая в том числе финансировалась из денег Минпромторга России по 109-му постановлению правительства, а также в области беспилотных систем и ассистентов водителя. Ну и также мы сегодня закончили работу по созданию радара для ADAS-систем, которые, ну, мы считаем, что колоссальный эффект сделают для обеспечения безопасности дорожного движения в нашей стране. Андрей Васильевич, ну, можно только пожелать вам успеха во всех ваших начинаниях. Спасибо вам большое. Спасибо вам за интересное интервью. Это «Большой космос». Мы продолжаем. Магнитогорск – город, где трудятся специалисты НПО «Андроидная техника», которая активно сотрудничает с Роскосмосом. Исполнительный директор «Андроидной техники» Евгений Дудоров, будучи в командировке в столице, нашел время пообщаться с Анной Шенцевой. Большое интервью о перспективах космической робототехники смотрите на YouTube-канале «Роскосмос ТВ». А прямо сейчас самое интересное в кратком изложении. Космос – это потенциально агрессивная среда, где отсутствует воздух, солнечная радиация, экстремальные температуры. В космосе человек не может полноценно работать без защитных устройств. Если посмотреть все то, что делают наши космонавты на Международной космической станции, выполняя работы на внешней поверхности, то эти работы, они в основном связаны с каким-то ремонтом, с установкой оборудования. И, как правило, это 6-7-8 часов, и дальше все, космонавту необходимо уже заканчивать работы, потому что, ну, он и устает. Если рассматривать уже непосредственно Луну и другие объекты Солнечной системы, то там без робототехники мы никуда не уйдем, потому что там необходимо создавать инфраструктуру. Эту инфраструктуру можно создать только тогда, когда мы сможем использовать такие вот автоматические, полуавтоматические аппараты. Потому что, ну, сложно себе представить, что прилетели космонавты там с лопатой, с киркой и начали там выполнять какие-то работы. Эти те роботы, которые свободно летают по МКС, космонавт с ними может общаться, они ему могут давать определенные ответы. Но вот мы такой эксперимент и с Федором проводили, когда задавали Федору вопросы, а он космонавтам выдавал определенные ответы. Это когда уже весь экипаж тебе надоел, наверное, да? Ты хочешь пообщаться с кем-то еще?
Если в целом говорить по российскому рынку робототехники, компаний, которые так или иначе занимаются робототехникой, их около 200. Это много или мало? Это очень много. На самом деле там больше только в Соединенных Штатах Америки, ну и очень близко в Германии. У нас плотность роботизации составляет примерно 6 роботов промышленных на 10 тысяч населения. Если взять общий мировой уровень, то это порядка 112 роботов на 10 тысяч населения. Время международных новостей в Большом космосе. В студии Александр Баулин, научный журналист, шеф-редактор издания «Про космос». Саш, тебе слово. Здравствуйте, Николай. Сегодня у нас больше всего про будущее. Например, компания Q Space Technology, резидент Сколково, получила грант почти в миллион долларов на то, чтобы развивать спутниковую связь с квантовым шифрованием. Ну, не волнуйся так, это хорошая новость. Правда, миллион не так много, что собираются на эти деньги делать? Поясняю человеческим языком. Линия, защищенная квантовым шифрованием, невозможно подслушать. Прекрасно. Ну, просто вот никак. Но по оптоволокну можно передавать сигнал только на 200 километров с этим шифрованием. А через космос хоть на другой край Земли. Посмотрим, что у них получится. Интересно, продолжай. Космические рентгеновские телескопы XMM Ньютон и Чандра позволили обнаружить блуждающую черную дыру. Страшно? Да, немного. У нее масса примерно в 100 тысяч солнечных. К счастью, можно спать спокойно. Галактика, в которой она, находится в 4,5 миллиардах световых лет от Земли. Но, конечно, прямо выдохнул. О таких гостях хотелось бы знать заранее. Поэтому нам и помогут такие рентгеновские телескопы, как вышеупомянутые, и, конечно, наш спектр-РГ. Вне всякого сомнения. Ну и еще что-нибудь. НАСА решила, что затопить надо МКС в январе 2031 года. Угу. Энергия, в общем, опубликовала релиз, что... Ракетно-космическая корпорация «Энергия», да. Угу. Опубликовал релиз, что, ребята, в общем-то, этот вопрос надо принимать совместно всем партнерам станции. Но, учитывая, что и Дмитрий Рогозин, и генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев уже говорили о том, что пора готовиться к завершению эксплуатации МКС, я думаю, что грандиозное творение человечества в космосе с нами последние 10 лет. Ловите момент. Александр Баулин, трудно с вами не согласиться. Спасибо. Ну и, пожалуй, главная мировая новость сегодня в Пекине – 24-я зимняя Олимпиада. Со спортом дружат все космонавты. Очень многие занимаются спортом профессионально. И, кстати, даже на борту МКС смотрим, ну и, разумеется, болеем за наших. Итак, Е2, Е4, первый ход, русское начало. Первыми в футбол на орбите в 2014 году сыграли американские астронавты в преддверии чемпионата мира по футболу в Бразилии. Играли скорее для развлечения небольшим мячиком, который захватил с собой на станцию кто-то из американцев. А вот в июне 2018 года, накануне Мундиаля, финальная часть которого прошла в России, наши космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, одетые в символику чемпионата мира, устроили на МКС настоящий футбол настоящим футбольным мячом. Играли в японском модуле Киба, используя в качестве ворот проход в американский модуль Гармония. Прочно прописался на орбите еще один олимпийский вид спорта – теннис. 3 года назад россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев впервые разыграли несколько сетов с немцем Александром Герстом и американцем Эндрю Фойстелом. На привычный земной теннис это, конечно, было не похоже, но, как отметили сами участники, дух спортивной состязательности был необычайно высок. Благодаря нашему космонавту Александру Мисуркину в космосе все большую популярность приобретает бадминтон, 30 лет назад ставший олимпийским видом спорта. Надо отметить, что в программе физической подготовки советских и российских космонавтов бадминтон занимает особое место как один из энергозатратных, но в то же время нетравматичных видов спорта.
Три года назад на МКС состоялся первый космический турнир по бадминтону. На импровизированной площадке наши космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров сражались с международной командой, астронавтами НАСА Джозефом Акабо, Марком Ван де Хаем и японцем Норишиги Канае. Счет не велся. Победителями турнира стали все участники. В декабре прошлого года Александр Мисуркин закрепил успех, став организатором на станции товарищеского матча по бадминтону, в котором приняли участие как профессиональные космонавты, члены экипажа МКС, так и космические туристы из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. И, конечно, апофеозом олимпийского движения на орбите стала первая в истории пилотируемой космонавтики версия летней Олимпиады. В августе прошлого года, в разгар спортивных состязаний в Токио, международная команда МКС провела свою версию Олимпиады. Семеро участников, разбившись на две команды, соревновались в не совсем земных дисциплинах. Гандбол без рук, синхронное космическое плавание, стрельба без гравитации с помощью резинки и вольная программа без пола, в которой победил наш Петр Дубров, выполнив гимнастические упражнения без касания какой-либо поверхности. Этот объект очень-очень далек от Земли, по меньшей мере 3000 световых лет. М52 – рассеянное звездное скопление в созвездии Кассиопеи. Как звучит? Открыто в 18 веке Шарлем Месье. Обзор объекта Вселенной Николая Вдовина. Смотрим на звезды. М52 – довольно яркое и богатое звездами рассеянное скопление в приполярной области Млечного Пути, почти точно на границе созвездий Цефея и Кассиопея. Несмотря на обилие звезд фона, его легко найти в бинокль. Прежде всего в глаза бросается ярко-оранжевая звезда на западной границе скопления. При внимательном ее изучении можно обнаружить, что это четырехкратная система, четыре звезды, которые связаны гравитацией. Ядро скопления показывает отсутствие межзвездной материи, что может быть результатом взрывов сверхновых на ранних этапах истории этой звездной конгломерации. Всего в М52 193 звезды. Возраст этих светил 160 миллионов лет. Недалеко от М52 можно увидеть и красивую туманность-пузырь. Это эмиссионная туманность, которая раздувается изнутри ветром от звезды в ее центре. Пузырь, в отличие от М52, находится от нас на расстоянии 11 тысяч световых лет. Ну что ж, на сегодня все. Всем большое спасибо. Увидимся в большом космосе.